Добрый вечер, мои дорогие ребят. Ну вот хочу жрать, солнышко, время. Ну как обычно, спрятаться куда-нибудь не получается. Туда не хочется. Там не очень симпатично получается, потому что у меня такой вкусный-вкусный обжор. Смотрите, какая курица. Куриное бедрышко. И вот тут вот салат. Салат, сметана, капуста немножко, без майонеза. И, кстати, у меня курица пожаренная только на сухой сковородке. Конечно, ну, бедрышко меньше не стало. Нормальные бедрышки. Он такой поджаристый, все. Сам бы ел, да денег жалко, как говорится. Тут огурцы, помидоры. Вон уже даже. И немножко капусты. Начнем. Это... Обалденно. Даже слов нет разговаривать, пожрем просто. Когда я ел, я глух и нем. Ну вот солнце только. Жарила на очень медленном огне, сковородку разогрела, даже сковородку на медленном огне разогревала. Постоянно переворачивала, здесь только соль и перец, все. Больше ничего. Чувствуете, как вкусненько, да? Сама прям. Я хотела сделать шаурму. Потом подумала, какая шаурма, такая красивая курица у меня получилась. Я не могу ждать, пока солнце сядет. И лаваш большущий, я его разрезала наполовину. Это что-то с чем-то. Мне даже соуса никакого не надо. Сметану я посолила. Конечно, кожа там. Ну что ж теперь. Зато у меня не на масле. О,
Ну, кто на диете, снимите кожу. Бывает, бедра купишь, пожаришь, а в них нет ничего. А тут сами по себе бедра такие хорошие. Блин, я не запомнила, какое это. Надо посмотреть в магните. Какой фирма? Немножко себя приведу. Обалденно. Ну, лаваш имеет свойство разваливаться. Ну, кстати, и хороший лаваш я в самокате его в субботу, по-моему, заказывал. Или в пятницу. А может, не в самокате. А может, где-то покупала. Что-то я прям в последнее время хочу лаваша. Вот съела. Честно, уже наелась. Но это волшебный ужин. Кстати, заходила сегодня в Алёшино. Гуски индейки. Ну, с ними, знаете, обалденно вкусная капуста. Вот если потушить, прям она получается нежная-нежная. Так-то они жирные сами по себе. Но, в принципе, я как-то их ела. Но много не съешь. А если потушить с ними капусту... Ну все. Последний рыбок, а лаваш я попозже даю. Я иногда бывает оставляю, а потом доедаю. Уже не лезет. Ну это кикос. Для перистальтики. Спасибо всем, кто ел. Готовить каждый может. Чмоки, чмоки. Всех обняла ваша Наташа. Пока-пока.